Одно увольнение и 4 выговора. Чиновники, ответственные за содержание дороги на Красное, наказаны. О дорожной карте содержания сложного, но важного и стратегического объекта зашла речь на очередном оперативном совещании у главы региона. Глава округа выезжал на дорогу, соединяющую поселок с окружной столицей, 1 мая. Тогда внедорожник Александра Цибульского и еще более десятка автомобилей, на которых из города возвращались жители Красного, застряли в снежных переметах. Более полутора часов потребовалось водителям, чтобы откопать транспорт и продолжить движение. В РЕУ губернатор поручил своему заместителю разобраться в ситуации и наказать виновных. По результатам проверки исполняющий обязанности руководителя ДРСУ освобожден от занимаемой должности. Исполняющий обязанности руководителя ТЦСЗ указано необходимое усиление контроля. Значит, главному инженеру ДРСУ выговор, начальнику участка выговор, заместителю директора ЦСЗ Шумилову выговор. У него уже второй выговор, стоит вопрос освобождения от занимаемой должности. И начальнику отдела эксплуатации Добрынин тоже выговор. Заместитель главы региона сообщил, что в дальнейшем акты о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги Нарьян-Мар-Красная, на основании которых производится оплата, будут подписываться только при наличии подписи главы муниципалитета. Изменен принцип подписания документов. На сегодняшний день акты об оплате будут подписаны с учетом поставленной подписи главы муниципалитета. То есть повысить наш контроль и понимание, что... Очень правильно, муниципальный контроль самый действенный. Новая схема повысит качество контроля за исполнением контрактных обязательств подрядчика. Специалисты уверены, что выделяемые на содержание автомобильной дороги средства достаточны лишь для того, чтобы дорога содержалась в проезжем, а не в нормативном состоянии. Татьяна Павловна, по моему поручению, выделяла денег ровно столько, сколько вы запрашивали. Поэтому, если вы это выявили, соответственно, сделайте выводы, сделайте перерасчеты, покажите нам, сколько нам вам надо дополнительных сил и средств для того, чтобы содержать дороги в нормативном состоянии. У нас задача для того, чтобы жители могли нормально ездить по дорогам. И в Красной, и внутри города. Нормативы содержания дороги на Красной пересмотрены. Экспертиза сметной стоимости пройдена. Дорога ждет перемен. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».